Так, значит, 16 марта 2021 год, Харьков, 4:12 по Киеву. Вот как старлинки выглядят. Ёлки-моталки. Они просто на восходе показываются, попадая. Под солнечные лучи восходящего солнца, ну, восходящего через какое-то время. Так, это две звезды, стационарно видно их. А вот я сейчас сместил камеру, ёлки-палки. Видно, как пролетает поезд, да? А, еще за облаками. Да, появляются. Ёлки-палки, это шикарно. Жалко, он в облака, наверное, не ныряет. Так, ну, по крайней мере... Так, вот это стационарная одна, вторая звезда. Стараюсь на экране посмотреть. Видно вообще хотя бы? Это практически не видно. Ну хорошо, хотя бы буду знать, что можно это дело отслеживать. Сейчас и облачно частично. И время такое, 4:15, да? О, сейчас одна появилась. Да, он появляется и сразу исчезает. То ли в облако ныряет, то ли бог его знает. О, видно, как появился? На экране, по-моему, видно было сейчас. А ну, сейчас все, не трогаю камеру. Опа! Вы мои красавцы. Вот это поезд Старлинка. Спутники Илона Маска. К сожалению, в 16 минут этот поезд у нас заканчивается. Последний вагон мы, наверное, его смотрели. Ну хорошо, сейчас посмотрю, что у нас там получилось зафиксировать. По крайней мере, знаю, что все нормально с... сайтами, которые показывают время появления этих спутников. Да, наша проблема в том, что увидели это всего несколько секунд на востоке. О, там мимо большой медведицы какой-то спутник летит. Не видно. Сейчас я за ним прослежу. Вот это я за ним веду слежку. Интересно будет, как он мимо каких-то звезд будет проноситься. Это будет. Хорошо демонстрировать его скорость. Только что-то звезд никаких нет. Меньше. Ой, ладно. Эй, ты где? О, вот он.
Да, это, наверное, самая скучная будет видеозапись, но я расцениваю ее как тестовый вариант подслеживания старлинковских спутников. Да, не будет никаких звезд, как-то в гордом одиночестве наш спутничек летит. А, вот. Слева в углу звезда. И сейчас спутник наш себе пролетел. Ладно, пошло на работу. Что у нас? 4.19 по Киеву. В Харькове максимальные настройки светочувствительности. Ну что-то, надеюсь, снять получилось.